Подписывайся на канал и жми на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Здравствуйте, уважаемые друзья! Эта история случилась в городе Лабинск Краснодарского края. Кошка пришла прямо в кафе. Она стала у окна и царапала его лапками. Просила помощи у людей, звала их за собой. Несколько людей вышли к ней, а когда кто-то из работников хотел прогнать животное, заступились за нее. Молодая пара подошла к кошечке. Девушка хотела ее забрать с улицы, чтобы накормить и согреть, но кошка вырвалась. Она не убежала, а отошла на расстояние и оглядывалась, словно звала за собой. Пара пошла следом за кошечкой. Кошка ускорилась, и парень с девушкой даже бежать стали за ней. Внезапно они увидели коробку на снегу. Коробка была полностью запечатана. Кошка подошла к коробке, начала мяукать и царапать ее. Парень открыл коробку и ахнул. Внутри лежали новорожденные котята. Кошка сразу запрыгнула к малышам и принялась их кормить и вылизывать. Пара схватила коробку и понесли домой. Сейчас малыши и их отважная мама под присмотром. Им найдут любящие руки. Пара оценила отвагу и настойчивость пушистой мамочки и оставит ее себе. Уважаемый друг, не забудь поставить лайк и поделиться этой записью со своими друзьями, а также подписаться и прокомментировать. До встречи в новом видео!